ложь, это не зря писали северные народы о росомахе, хитром животном, а на Руси о лисах. Все лгут, все там находят свои положительные какие-то вещи. Находят. Ложь помогает людям добиться чего-то. И распознать таких людей очень сложно, потому что мы все люди, все улыбаемся, всем разговариваем, все имеют эмоции свои. Вот. Но человек пользуется ложью для того, чтобы победить. Вот. Но есть люди, которые не согласны с такой нечестной победой. И ложь сталкивается с другой силой. Кто-то там стоит, да? Нет. Ложь сталкивается с другой силой, которую мы... Ну, то есть, каждый... Ладно, я запутался на самом деле. Лживые люди, они всегда хотят добиться чего-то. И есть другие люди, которые им этого не дают. Ложь не постоянно хитра, умна, но ее можно обуздать.